Добрый день, уважаемые друзья. Я не комментировал так называемый закон о мобилизации, о котором сейчас много говорят в обществе, поскольку не рассматриваю его как серьезную законодательную инициативу по нескольким причинам. Во-первых, мы никогда не проголосуем за закон, который нарушает конституционные права граждан. Так было с законом про церкви, поскольку он противоречит Конституции, точно так же и сейчас. Во-вторых, когда министр финансов говорит, что у нас нет денег на то, чтобы эту мобилизацию осуществить и выплатить мобилизованным денежное содержание, то, во-первых, надо разобраться, где вообще он возьмет деньги, будут ли они, и только тогда, если они есть, что-то рассматривать. Мы не будем голосовать в таком виде за этот законопроект.